право, сейчас он скажет, где мой право. А он сказал, ты спроси у него. Там вертолет трудится. Какое-то плавсредство. Кого-то забыли, видно, сейчас забирать будут. Какая-то тренировка-то, вы чё? Они плавсредство давно забрали бы. Да и не ставят. Да, да. Вот это носит, он его часто, видишь? А потом вернись на этом матрасе обратно. Вот, сбросили кого-то. Сбросили обратно. Мало там людей, они еще там сбрасывают. Вот еще. Я видел в каком-то кино, они сбрасывают спасателей, и потом они там кого-то подбирают и на обратном круге их грузят в вертолет. Ребят, кого-то спасают. Мать троих детей, чтобы я тоже пил. Ребят, вот возвращается он. Сделал круг. Кого-то в море унесло. Вон там люди плывут, наверное, помогать вертолету, что ли. Смотрите, там люди плывут вертолету помогать спасать. Какая-то спасательная операция производится на Черном море, в Геленджике, ребят. Голубая бухта, по-моему, если не ошибаюсь. Завис. Что-то спускают вниз. Опять что-то вниз спускают они. Видно, сейчас будут из моря доставать кого-то. Я что-то плавсредство не вижу, может, оно утонуло уже. То было, теперь нету. Вот, кого-то поднимают. Поднимают на борт.
Вот так производят операцию спасательную. Вот опять опускают, видно трос какой-то, еще видно кого-то будут забирать. Видно, очень много людей было на плавсредстве, которое унесло в море. Вот, поднимают, ребят. Да, поднимают на борт. Лови, Оксан. Лови, Оксан. Оксан. Лови. Шляпку выцели. Ты все дорогие. Это, чтоб ясно было, вот кораблик стоит прямой, вот с левой стороны, сейчас увидите. Второй заход уже. Сейчас видно, что-то там сделают и заберут. То ли на вертолет, то ли еще что-то как-то. Спасательные действия производят. Ветром, наверное, лопастями, вертолетом. Трос спустил? Я не вижу. И что, сейчас он зацепит? Потому что видишь, сколько от него, он его от себя отталкивает. Скорее всего, он до берега его так доведет. Ну ладно, прощай. Мы еще и не спасибо, понятно? Вон, кстати, смотрите, кого-то подбирают. Унесло в море, вон, смотрите, рядом там что-то, какое-то плавсредство. Я не знаю, лодка или что, вот туда уже второй заход. Вертолет летает. Матрас или еще что-то. А, не матрас, это не лодка. Еще вот такой рядом.
Не, спасатели. Что-то он там долго думает. Но его почему-то, по-моему, дальше относят. Не знаю, что-то думает. Вот, еще одного человека подобрали, смотрите. А спрыгивал один только. Значит, плавсредство, наверное, бросят. Значит, не один человек, значит, еще будет. Вот, полетел. Ребят, так вот, спасательная операция была, унесло в море плавсредство какое-то, отсюда не видно. И вот подобрали людей, вертолетик удачно как бы улетает куда-то пока, непонятно куда. Он, кстати, уже туда улетал, в ту сторону и возвращался. Сейчас посмотрим, может быть, еще круг будет делать. Это Геленджик, ребят, еще раз повторяюсь. Да, еще один круг делает. Еще один заход. Пока летает, можно пейзажик здесь показать. Люди на море купаются. Такая красотища здесь. Вот как вот, может, такое плавсредство, как матрас, не знаю, что там. Он сейчас назад возвращается. Он высоко очень для спасательной операции. Наверное, все же он сделал круг и, наверное, все же улетает.
Да, плавсредство их уже больше не интересует. Оно там находится в море. Людей забрали и уже их увозят на аэропорт, я так понял. Наверное, сейчас там будут какие-нибудь объяснительные брать, как они туда уплыли. Да, он, наверное, все же улетает. Да. Полетел он в аэропорт, ребят. Ребят, в итоге получается, вертолет улетел. Вернулись за плавсредством, какая-то яхта, и на ней, не знаю, гидроскутер или еще что-то в этом роде. Вот сейчас там, видно, подцепят и заберут. Людей забрали, эвакуировали. Ребята, такая была операция сделана спасательная. Нежданно-негаданно полетели, повезли людей, спасли в аэропорт. Ребят, кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!